Вот я, Так. короче, здесь припарковался красиво Ну, так. ништяк, так, я подъезжаю пока в Санферу на остановку. Ты меня встретишь, я сяду к тебе в машину, и мы до дальнобойщиков Естественно. проверим нашу способность сервера. Так. Чух-чух. Это классно. Так. Конечно, классно. Так. Следующая остановка Форт Карсон. Форт Карсон. Фига, как далеко. Естественно. Так. 500. Так, аренда. Не то. Нет, то пальто. Ну, точно, GPS надо вырубить. А, ну мы знаем, где дальнобойщики, это потом надо вырубать. Так, вокзал И, в принципе, потом тоже. Лес, короче, Санферы, повозим. Форт Карсон, Я лес хочу Лас-Вегас. повозить. Мы вчера так и не повозили. Санция, вокзал. Ну, блин. Лес. На ранчере. А мы же... Ну мы же в тот... Чё, Миша, у тебя там? Ну, вот, припарковался рядом. Сейчас посмотрим. Бам-бам-бам. Так, давай. Ай, камера застряла. Не завершено, отлично. Подошел уже этот переходник у меня. Все, я сегодня вставил, все в биосе посмотрел. Все нормально. Нашел? Ну, переходник у меня. Мне вот на днях мама дала коробку из вообще из-под моего старого компа. Какая-то маленькая коробка была, всякие документы, там, дрова. Прикольно. Монитор что-то. Так, Фильмы что-то. поезд набирает ход. Я на... 149 гигов у меня еще есть. Отлично вообще. Ты подключил жесткий, все работает? Ну, Ну-ну. у меня получается вот 75. Отформатируй его сначала. Я отформатировал все полностью, только что закончил. Так, я подъезжаю к Форт Карсону на остановку уже. Сейчас посчитаем, сколько у меня всего на компе. Пусть все знают, кто смотрит это видюху. Да. Пусть все... Весь канал YouTube. Вместе с моей мини-флешкой 1145. Терабайт и сотка. Нормально. Ну, наверное, под GTA San Andreas не хватит. Блин, точно. Жалко. Не, GTA San Andreas-то хватит, а вот GTA 5 не хватит. Ну, кто знает. Не, ну блин, GTA Ну, 5... половина уже есть. Так, все, на следующей остановке я выхожу. Я подъезжаю к Форт Карсону, у меня... Ты там это, за проезд передай. За проезд можно. О, красиво. Так. Следующие остановки. Ты давай там, это, родственники, все там. Родственники. Но. Родственники. Все не Че, Михаил там? Так, ну, так, я сейчас начинаю. Сейчас к станции подъеду так здесь. Блин, тебе через рельсы приходится переходить. Сейчас я с другой стороны тогда подъеду. Ну, ништяк. Чё ж ты по рельсам будешь ходить? Вдруг здесь встречный поезд и все тебя собьет нахрен. Обязательно. Так, едем. Бомбирим. Так. Тык-тык-тык-тык. А почему у поезда фар нету? Чё-то как-то странно. Зачем фар? А, ну да. Все равно все пройдет. Конечно, ему посрать, он тупо поедет и все. Так. Блин, тупо тебе хаммер-то не стоит. Сейчас бы все увидели мой хаммер кайфовый. Ладно, я Все. поставлю, посмотрю. Я подъехал. Жду тебя. Чух-чух-чух. Так, стой. Ну ладно, пофиг. Едем. Так, я набираю ход. Примерно через секунд 30 буду у вас. Ты где едешь? Бам-бам-бам, как же. Рядышком. Я всегда буду рядом. Так, Клист. Чё, какой Клист? Давай, синенький. О, ништяк, я мент. Хотя не хочу быть ментом. Зеленый. О, точно, зеленый. Ништяк. Так, выходи из АФК. Все, я и вышел из АФК. Все. Ты где там? Мой хаммер уже ждет, не может дождаться тебя. О, зеленый какой-то там едет там. Чичух. Так, все, сейчас выхожу. Так. Я вижу поезд. От первого лица буду сидеть. Так, родственники встречают. Ништяк. Так. Все, ухожу. И оп. Тынг.
А ты с другой стороны вышел. Так, сейчас подожди, пусть поезд уедет, а то С вдруг. рельса сойди, а то вдруг собьет. Да. Сейчас Даже электрички вообще бешеные бегают. я за полосу ушел, чтобы тут же желтенькая полоска-то есть. Да-да. Так, все, сейчас он. Где переступать? Так, Эй, аккуратненько. здорово, брат! Ой, эти. Сумки давай помогу. Там, там. Эти, тик-тик-тик-тик. Эти. Здесь нормально. Ну, почти. Нормально, сойдет. Так, погнали. Ну, что ты? Уху, Вот, ничего бежал. себе. Вот мой хаммер. Вот, смотри, какую тачку О, крикую. нормально, погнали. Красивая. 4WD, все дела. Так. Погнали. Давай, чик чик Срать на красный. Ой, зеленый? Все нормально. О боже, кто Миха. это? Это Миха. Был. Михаил. Так. Газуем. Дрифт. Молодец. На первого лица, короче, поеду. Да нахрен. Зеленый, отлично. Бам-бам-бам. Ой. Не то. Едем. Че сейчас был? Что было? Ну, что-то камера лаганула. Ладно. Так, вот Я вот это возьму, сейчас вот сюда. наша работа, которую мы искали. Так, дальнобойщики. Так, ну давай, я выберу. Ну, давай, это синенький выберу. Так. Да, арендовать. Так. Сергея маленького ФК там написали, просто мне чуть-чуть Ну маленько давай, лечит. так. Блин. Мы пишем команду GPRS. Дальнобойщики выбираем. На лесопил? Ё-моё. Так, лесопилку номер. Ну, давай номер 2, к примеру. Я не знаю, где это. Как раз посмотрим. Так, что нам приготовили. Так. Я завожу мотор. Так. Чё? На лесопилку, да? Да, номер 2. Ну все, ехаем. А, Ай, хотя немножко. Так, вот кстати, а у сейчас меня как что? куда? Ну-ка, стой, подожди. Сейчас. Я посмотрю эту ерунду. Так, тут у нас такие стоят фуры. А тут такие же. Это последний уровень. Лесопилка. Какая? Вторая, первая? Вторая. Я Все. посюда поеду. Ну да? Ну, ладно, я посуду поеду. Эх, немножко не удалось. Ну ладно. Чик-чик-чик-чик. Ох ты, ништяк. Если когда-нибудь получится так, чтобы я остановился перед железнодорожными путями. Наверное. Ну да, конечно. Ну, ждать надо, по сути. А что так рандомно? Так, вот ЛВПД. Все, я еду. Нифига ты где едешь? Так. А чё у нас с Мишей где? Окей. Нет, на сервере. Он вообще вышел. Ясно. Так. Все, вторая лесопилка это где? Там же, где мы вчера были. Ну, вроде да. А первая тогда где? Вроде соседнюю. По ходу дела я делал. Ну сейчас посмотрим, поехали, увидим. Так. Еще немножко не Я туда. поехал, короче, через Форт Карсон. Ну я понял, типа. Так. В принципе, вот эти грузовички можно заменить. В смысле, мод? Но? Нет, здесь стрёмно. Мне вот эти грузовики не нравятся. Мне нравится вот тот, который у нас на ЗМ-51. Ну-ну. Он поворачивается круче. Ну, колеса больше. Хвала, так повернул, поехал. А этот, блин, чтобы развернуться, надо 2 километра. Еще если полуприцеп сзади, то, блин, то есть замутишься. У меня максимум 50 он едет. У меня 61. А почему у меня 50? Ты на сгорке? Нет, я по ровной. 61 у него максималка. Вчера заметил я еще. Интересно. Там А, вот, вообще. да, вот 60 у меня. 61 все. Так, дай-ка определюсь, где это находится. Так, это у нас находится на. На где? Стоп. Чего, вообще где-нибудь? Ух ты! Где? Куда Далеко, ехать? далеко. Говори, куда ехать. Гора Челентано. Тихо, тихо, какая гора Челентано. Гора Челентано, ё-моё.
Короче, тебя отпустит, скажешь, когда, где. Гора Чилинда. Рачилиот. Да не знаю, мне на Чилинтана нравится. Это красиво. Но я через Лос-Антос еду. Я только поворачиваю. Сейчас как раз покажу, что в Лос-Анджелесе у нас есть. Через мэрию поеду. В Лос-Сантосе. В Лос-Сантосе, в Сантос. Ты что, через саму мэрию поехал? Рядом с ней проеду. Ты дурак? Ну а чё, понял. Ну, конечно, дольше ехать, ну а чё теперь? Че? Так. Ох. Уже вроде здесь. Ты-то как так быстро? Не волновайся, у меня сабита нету. Ну, или нет. Я на этой лесопилке, которую мы вчера были. Не на ней. А чё, там далеко нет ехать оттуда? Да. Я так и не понял. Гора. Где гора Чили. Тут гора Челентана вообще никак ничего не подсказала. Ну, вот где шахтеры есть у нас? Да. Рядом с ними. Ё-моё. Да-да-да. Чё, через Сафьеру надо будет ехать? Ну, придётся. Я понизу пойду по самому. Так. Ну вот и ТСФ. Блин, я думал, что в АФК там мне просто написали. Ну ладно, сейчас постою в АФК здесь маленько. Если что, меня там подождёшь. Хорошо. Так, мы едем. Ай-яй. Здесь я всегда в одиночке останавливался, когда ездил в СФ по правилам. Я срезал то, что я не показывал Марио. Да. Можно в следующем видео сделать. Мэрию отдельно можешь потом показать. Да-да. А. Это стоит. Ну, все, угадай какая. И кто ее создал, угадай. Миша. Да. Там по моей полосе. Решать правила, объезжать по встречке. Газуй. 70, о. В горке 70, круто. Так. Ты уже подъезжаешь? Нет, еще. Не, ну в принципе подъезжаю, но еще ехать и ехать. Нифига себе. Никаш, 70, 79. А я понял, где ты едешь. По той дороге. То... Прикольно. 40, 30. 33, 34. А я по трассе еду. Эх, давай, грузовичок. Так. Я шахтеров вижу. Хотелось бы прыгнуть, но я бы не долечу. Да я тоже тут еду на одном месте. Так, короче, я буду срезать через лес. Овца, едь по дороге. Ну сейчас я через тропинку, иначе это путь надо было по-другому сделать, ну ладно. Лесопилка. Возле той деревни там. Да. Еще в одиночке такой грузовик с площадкой стоит. Насколько я помню, да. И прицеп. Да. С углем. Все ясно. Насколько я помню, вроде да, это то место. Ну там еще бревна всякие лежат. Так. Сейчас через деревню проеду. Чё, мы же в этой деревне будем покупать себе дома? 4 воды, ну возможно. Так, ну, я уже подъезжаю. Я тоже вот в этой деревне уже. Так. Оп, я приехал. Так. О, да, лесопилка номер 2. Так, мы пишем команду TLOAD. 2. Так, вот мой прицеп появился. Давай быстрее забирай, а то сейчас как вчера. Ага, так, чик. Эх, не получилось с первого раза, ладно, сейчас. Ты же уехал с ним, ты же подцепил. Нет. Овца, ты... О. У меня было, ты с первого раза подцепил, сейчас так. Ты подцепил резко, он появился. Так, GPRS... Сколько тонн взял? 2. Так, я буду разгружаться. Чтобы разгрузиться, нам потребуется GPRS, порт. Ну, я выберу, можно любой порт выбрать. Чем дальше, тем больше денег мы получим. Мы выберем LS, порт LS.
Так, сейчас в ФК маленько, чуть-чуть. Давай, Никиш, погнали. Так, что, давай через шахтеров, наверное, да? Туда по передку вперед. Ну, давай так поедем. Посмотрим как раз. Так. Ты едешь? Нет еще? Давай, я тебя ожидаю. Так, сейчас я заведусь. Ты куда поехал? Там нету выезда. Я через шахтеров так по дороге поеду. Здесь нет выезда, выезжать надо было там. Ну, типа вот тут мы. Оп, так. Ну, так, конечно, так. Не по горам с этим прицепом, тем более грузовичок. Нет, в смысле, там сзади есть заезд. Грузовичок этот слабенький, так что. Так, здесь надо побольше брать. Ох. Твою мать. Выключи фары. О. Ой, ой, тяжко идем, тяжко. Блин, всего-то 2 тонны везем. Каких-то 2 тонны. На этом маленьком... Так, сейчас аккуратненько едь. Так. Вот наша работа шахтеров. Шахтеры... Наверное, потом в следующем видео можно сделать. Можно. Все работы, которые связаны с первым левелом. Так. Работа дальнобойщиков доступна с 7-го левела. Но она зато очень прибыльна. Чё? Это же не обзор работы, это тупо. Да без разницы. Так. Сейчас все будем рассказывать, Сергей. Можно? Ну хотя нет. Берем и играем, все. Так. Не надо тут. Ох ты, ё-ё-ё. Теперь принимается 7-го ранга из-за любого ПД. Черт. Так, мы едем. Заехал, твою мать. Офигенная гора, мне всегда нравилась. Спускаться вообще, ну не супер, вылетаешь в деревья. Тихо, я по этому пути поеду. Ты что, ты же там овца там в спирали, ты как будешь приезжать, они же узкие. Да ну, аккуратненько, нормально. Я поеду так. Встречаемся на порту ЛС. Ну нифига, как разогнал, разогнался, 69. Вау. Газуем. Все, гора. Так. Чик-чик-чик. Ай. Нормально по спиралькам еду. Очень нормально. Ладно. Ну хотя можно в дрифт, конечно. Давай. Эх, аккуратно. Я ехал бы дрифтом. Ну, немножко занесло. Гази! А... Ты мать, вот он медленный. 69, 70, 73, 75, 77, 70, 80, 81, 82. Вау. 60, 50, 40, 30, 24, 22, 23, давай. Дура, сколько у тебя лошадок? 5, 10. Твою мать. Охерен. Так. Че? Ох ты. Можешь в море прыгнуть. Океан. Всё. Ай, давай, давай. Блин. Давай, рожай. Я понял, где ты едешь. Заезжаешь на эту хрень такую там. Ты там аккуратно на том повороте съезжать, который. Ну вот, я как раз на этом повороте сейчас и был. Да, так, да. Аккуратненько тут притормозим. О, теперь можно гази. Ну как гази? 51. Так, здесь я аккуратненько поворачиваю. В меня не врежься там. Тин-тин-тин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Давай. До порта еще ехать и ехать. Гази. Ты что, через сам город поедешь? Не, да. Сказать? Понизу. Я по трассе поеду. Через аэропорт? Ну. Ну давай. Тихо. Прямые дороги. Ну, за каташкой. Так. Ох ты, ёб твою мать. Эх, как красиво. Маленько бы хоть притормозил. Чё, по встречке-то едешь, овца? Твой. Всё. Фак. Твою мать. Забыли.
А, чё? Ну, кстати, такая выйду это. Твою мать! Нихера себе, какой интересный обзор-то стал. Блин, как непредсказуемо это было. Серьезно, это не планировалось, мы только сейчас вспомнили об этом. О, ты Мы ё. можем здесь и не проехать. Давай! Сейчас. Так, ладно, это было неудачное. Ну, удаляй, сейчас поедем. Сейчас поедем. Сейчас поедем. Да, это пока не ехается. Так, ну что я могу сказать? Это пока неудачно, в следующем видео мы нормально попробуем это все. Че, вырубишь? Опять проехать! Опять проехать. Все. Ну все.